Ну и что дальше? Да это понятно. Ну так, тепло. Тепло. Тепло, тепло. 13 градусов. 13 градусов. Вон там и за тобой, и за тобой есть. Это, наверное, мало. Еще. Пространство большое. А ну-ка вот этот занеси туда. Кого? Вон тот ящик в этот. Высокий виноград. Ты понимаешь, обрезали. Такая Аляска и лесу была. Это все мы. Обрезали за раз, да? Все обрезали, да? Да не все, он самый скромный, оставили. Это самый хороший сыщик. Прям все усыщено. Надо же. Ну и все. Пойдем. Да может здесь пройдешь.
кисти. И они... А потом ему разъяснили, просто, говорит, тебе показали, как надо уходить. Да я съем все. Я съем. Так Таня придет, он все перебьет. Да перестань. Вот солнце хорошее какое, да? Солнце хорошее. Хочу зубы забивать. Я же чищу зубы потом. В смысле, сейчас что ли? Да. Зачем? Да перестань. Ну смотри. Все, ладно, давай. Да ты что, это плохо. Это плохо. Это им нравится домик, значит. Домик понравился, значит. Теплый. Деревянные дома вообще не нравятся. Давай. Я на ножницы положил вот сюда. Ножницы положил. Смотри. Вот они. Вот они должны быть. Вот. Как она без этого? Без всякого труда нахожу. Да, конечно, знаешь. Может, я одно ведро понесу? Да я два понесу, раз приехал. Что? Ну что, ведь может руку разрезать? Нет, это не влияет. Я ж тебя жду.
Я ж тебя жду, чё она?